Захватывающая драма «Мюхтешем Юзил» о правлении султана Сулеймана и его наложницы Хюрем остается самым популярным турецким сериалом во всем мире. 13 лет назад произошла настоящая революция в мире турецкого кинематографа, заложившая основу масштабных проектов. Благодаря «Мюхтешем Юзил» турецкие сериалы начали стремительно набирать международную популярность. Актерский состав сериала включал как опытных актеров, так и тех, кто стал знаменитым после съемок. Мы решили показать вам, как выглядят актеры сериала «Мюхтешем Юзил» спустя 13 лет и чем они занимаются. Сорокалетняя Саадет Ишыл Аксой, сыгравшая Садике Хатун, больше 7 лет не появляется в телевизионных проектах. Актриса предпочитает сниматься для цифровых платформ и полномасштабных фильмах. В 2015 году Саадет переехала со своим супругом в США и прилетает в Турцию только для съемок. Тридцатипятилетняя Эзги Эюбоглу, сыгравшая Айбике Хатун, прославилась благодаря «Мюхтешем Юзил» и стала получать главные роли. Последние годы Эзги играет в сериалах для цифровых платформ. Актриса не любит публичность, поэтому редко появляется на мероприятиях. В настоящее время Эзги состоит в отношениях с актером Фурканом Палалы. 34-летняя Ясемин Аллин, сыгравшая Дефне Султан, снимается как в турецких, так и зарубежных проектах. Актриса все чаще появляется в сериалах для цифровых платформ. Благодаря знанию нескольких языков, Ясемин уже снялась в нескольких международных фильмах. 39-летняя Мелике Ипекьялова, сыгравшая принцесс Изабелла, прославилась после роли в сериале «Бирзамаллар Чукурова». С тех пор актрису часто приглашают в Италию и Испанию для участия в телевизионных проектах. После успешной роли в сериале «Мехкем» Мелике решила отдохнуть от съемок и в настоящее время не участвует ни в одном проекте. 43-летняя Джан Судере, сыгравшая Фирузе Хатун, на момент съемок в сериале «Мюхтешем Юзил» уже была одной из самых популярных турецких актрис. Джансу продолжает сниматься в самых успешных проектах, которые массово продаются за границу. Актриса является обладательницей множества наград за свою актерскую деятельность. Джансу очень внимательно подходит к выбору проектов, поэтому после двух рейтинговых сериалов ждет подходящий сценарий. В личной жизни актрисы все намного спокойнее. Джансу отмечает, что несколько лет находится без отношений и счастлива этому. Джансу также близко дружит с Нур Фетуллах и Сельма Эргеч, сыгравших Махидерван Султан и Хадиджа Султан в «Мюхтешем Юзил». Тридцатидвухлетний Тулга Сараташ, сыгравший Шехзада Чихангира, прославился после «Мюхтешем Юзил» и стал получать многочисленные предложения. Актер успел сыграть главные роли в нескольких успешных сериалах. Последние два года Тулга решил отдохнуть от актерской деятельности и посвятил себя личной жизни. Актер обручился несколько недель назад. Тулга и его избранница планируют сыграть свадьбу летом этого года. Тридцатичетырёхлетняя Бурджу Озберг, сыгравшая Хури Джихан Султан, считается королевой романтических комедий в Турции. Самыми рейтинговыми и успешными проектами актрисы были мелодрамы. Бурджу не везет с драматическими ролями, и последние два телевизионных проекта стали жертвами низких рейтингов. Актриса переехала в Лондон несколько месяцев назад. Однако пока неизвестно, вернется ли Бурджу в Турцию или она завершила свою карьеру в качестве актрисы. 48-летний Селим Байрактар, сыгравший Сюмбюль Ага, снялся в многочисленных телевизионных проектах и фильмах. В настоящее время актер играет главную роль в историческом сериале. Ради этой роли Селим активно занимался спортом и сменил имидж, отрастив длинные волосы. Актер выполняет все трюки сам, чем восхищает зрителей. Селим впервые женился в прошлом году и счастлив в браке. 43-летняя Селин Остюрк, сыгравшая Гюльфем Хатун, продолжает сниматься как в телевизионных проектах, так и в фильмах. В настоящее время актриса играет в популярном сериале «Кызыл Гончалар».
Также Селин играет в многочисленных театральных постановках. 47-летний Тансель Онгель, сыгравший сеньора Гритти, является успешным театральным актером. Последние несколько телевизионных сериалов актера закрывались из-за низких рейтингов. Помимо актерской деятельности, Тансель также является телеведущим. 42-летняя Филиза Ахмед, сыгравшая Нигар Кальфа, снимается в низкорейтинговых телевизионных сериалах. Актриса играет в многочисленных театральных постановках. 42-летняя Денис Чакер, сыгравшая Шах Султан, в последние годы отдает предпочтение театральным постановкам. Актриса несколько лет не снимается в телевизионных проектах. При этом Денис продолжает оставаться востребованной актрисой. Актриса вышла замуж в прошлом году. 39-летняя Берак Тюзентач, сыгравшая Михруниса Султан, последние 5 лет не появляется в телевизионных проектах. Вместо этого актриса активно снимается для различных цифровых платформ. Несколько лет назад Берак выступила сценаристкой полнометражного фильма, в котором сыграла главную роль. 79-летняя Небахат Джехре, сыгравшая Айше Хафса Султан, снялась в более чем 100 проектах за свою долгую карьеру. Небахат остается одной из самых опытных и востребованных актрис Турции. Последние 3 года Небахат не появляется ни в каких проектах. Также стоит отметить, что по словам самой актрисы, последние отношения в ее жизни были в 1988 году. 43-летний Сарап Аккая, сыгравший Атмаджа, продолжает сниматься во второстепенных ролях. Актер также часто появляется в полнометражных фильмах и театральных постановках. Сарп до сих пор общается и дружит со многими актерами из сериала «Мюхтеша Мюзел». Летняя Мерве Болугур, сыгравшая Нурбану Султан, за последние 10 лет снялась всего в одном низкорейтинговом сериале. Несмотря на огромную популярность и предложения, актриса решила поставить свою карьеру на паузу. Многие связывают это с 2 неудачными разводами. Сама Мерве недавно прокомментировала свое решение следующим образом. «Я работаю с 17 лет. Я очень устала. Часы съемок очень длинные. Честно говоря, мне хотелось немного отдохнуть и навести порядок в личной жизни. Потом я увлеклась музыкой. Я не хочу идти на съемочную площадку и работать целый день. Но если подвернется хорошая роль, то я сразу соглашусь. Я не из тех людей, кто будет работать только ради денег», – заявила Мерве. Летний Арас Булут-Инемли, сыгравший Шехзаде Баязида, является одним из самых успешных актеров Турции. Арас очень внимательно подходит к выбору ролей. Поэтому из-за роли в масштабном проекте про Ататюрка актер несколько лет не появлялся ни в одном проекте, чтобы не отвлекать зрителей от своего образа. Арас невероятно талантлив, а фильмы и сериалы с его участием получают восторженные отзывы со стороны зрителей по всему миру. В сентябре актер возвращается на экраны после длительного 3-летнего перерыва. Новый сериал с участием Араса является самым ожидаемым проектом нового сезона в Турции. В прошлом году актер расстался с актрисой Беге Унал, с которой они встречались больше 5 лет. В настоящее время сердце Араса свободно. 54-летняя Мельтем Джумбул, сыгравшая Фатма Султан, за последние 10 лет снялась всего в одном проекте. Несколько лет назад актриса переехала в США. Мельтем прошла прослушивание на пожизненное членство в актерской студии, где продолжает свою карьеру. 37-летний Энгин Өстүрк, сыгравший Шехзаде Селиме, снимается в многочисленных сериалах и фильмах. Однако актеру не везет с рейтингами телевизионных проектов, поэтому они закрываются раньше ожидаемого. При этом Энгин продолжает оставаться востребованным актером, принимая участие как в полнометражных фильмах, так и снимаясь для цифровых платформ. Ожидается, что актер вернется на экраны в новом сезоне. Энгин ведет непубличный образ жизни, поэтому про его личную жизнь ничего не известно. 39-летняя Пелин Карахан, сыгравшая Мехримах Султан, после невероятного успеха практически не появлялась на экранах.
Актриса посвятила себя своему второму браку и двум детям. При этом Пелин активно ведет социальные сети, делясь с поклонниками подробностями своей жизни. Актриса также имеет свое кулинарное шоу. Сорокавосьмилетний Мехмед Гюльсюр, сыгравший Шехзаде Мустафа, перестал сниматься в телевизионных проектах после «Мюхтеше Мюзел». При этом актер играет в многочисленных сериалах и фильмах для цифровых платформ. Также Мехмед снялся в трех итальянских телевизионных сериалах. Актер вот уже 18 лет женат на итальянке Катерине, которая является режиссером. Супруги воспитывают троих детей. Сорокапятилетняя Сельма Эргеч, сыгравшая Хадича Султан, продолжает сниматься в успешных проектах. Некоторое время актриса принимала участие только в проектах для цифровых платформ. Однако в настоящее время Сельма играет в одном из самых рейтинговых сериалов Турции. Актриса вот уже 9 лет счастлива в браке и имеет одного ребенка. 43-летняя Нур Фетахаулу, сыгравшая Махидирван Султан, является одной из самых успешных турецких актрис. Однако телевизионные сериалы с участием Нур в основном становятся жертвами низких рейтингов. Актриса продолжает сниматься в многочисленных проектах как на цифровых платформах, так и на телевидении. Нур два раза была замужем. В настоящее время сердце актрисы свободно. Нур посвятила себя воспитанию дочери. 45-летний Окан Ялабык, сыгравший Паргали Ибрагима Паша, снимается в многочисленных проектах. Актер успевает играть как в театре, так и в полнометражных фильмах. Окан не часто появляется на телевидении и любит принимать участие в проектах для цифровых платформ. В скором времени начнутся съемки сразу двух проектов актера. Сорокадвухлетний Сечкин Өздемир сыграл эпизодическую роль в сериале «Мюхтеше Мюзел», но смог стать одним из самых ярких героев по имени Лео. Актер не видел с телевизионными проектами, и все они закрываются из-за низких рейтингов. При этом Сечкин остается востребованным актером. В настоящее время актер играет в историческом сериале. Премьера сериала состоялась 2 недели назад. Сечкин является непубличным человеком, поэтому про личную жизнь актера ничего не известно. Тридцатидевятилетний Бурак Өзчивит, сыгравший Балибея, остается одним из самых успешных турецких актеров. Бурак является частым гостем международных фестивалей. Актер продолжает заключать рекламные соглашения на рекордные суммы как в Турции, так и за границей. Последние 4 сезона Бурак играет в историческом сериале «Курулуш Осман», который все еще набирает высокие рейтинги. Скоро состоится премьера фильма с Бураком и Мертом Язычоглу в главных ролях. В личной жизни актера также все прекрасно. Бурак 7 лет состоит в браке с актрисой Фахрие Эвджен. Пара воспитывает 2 сыновей. Сорокалетняя Мерьем Узерли, сыгравшая Хюрем Султан, в один миг обрела мировую популярность. Роль в сериале «Мюхтеше Мюзел» принесла актрисе такую известность, что Мерьем до сих пор принимает участие в различных международных фестивалях и получает многочисленные предложения от брендов. И это несмотря на то, что последние 8 лет актриса практически не снимается ни в каких проектах. Мерьем посвятила свою жизнь воспитанию 2 дочерей, с которыми живет в Германии. Съемки в сериале «Мюхтеше Мюзел» стали слишком болезненным опытом для актрисы, поэтому Мерьем не жалеет о своем решении отдалиться от карьеры. Пятидесятитрёхлетний Халид Эргенч, сыгравший султана Сулеймана, снялся всего в 2 телевизионных проектах после «Мюхтеше Мюзел». Актер снимается в основном для цифровых платформ. Недавно вышел сериал с участием Халита и Туба Бюйкюсты в главных ролях, получивший положительные отзывы. В настоящее время актер снимается в еще одном сериале для цифровой платформы. Несколько лет назад Халид и его супруга Бергюзар переехали в Лондон, где воспитывают 3 детей. Актеры появляются в Турции только ради съемок в проектах. Халид остается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Турции и является лицом многих брендов.
мы рассказали вам, как сложилась судьба актеров культового сериала «Мюхтешем Юзил». Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр.